Так. Раздобыл водички. Да. И у меня целый стакан. А это значит, уже можно приветствовать наших наблюдателей. Да, Наблюдателей за привет. свитками, у которых есть глаза. Приветствуем полными стаканами. Ну-ка, Полными мечи стаканы стаканами на вот. стол. Так, вот. И мы тут стоим возле какого-то здания, довольно прилично выглядящего. Я вот в предыдущий раз не обратил внимания, но выглядит весьма приятно. Нам тут письмецо прилетело в прошлый раз о том, что принцесса Вейриста нас ждет. Попробуем с ней побеседовать. Но это никакой не основной квест, да? Ну, это какой-то такой второй основной, связанный с письмом к императорским. Сейчас узнаем, чё к чему. О, пацан с мечом. Такой маленький, а уже убийца растет. Да, и видишь его взгляд. Взгляд убийцы, действительно. Тут еще звука не слышишь, но когда я на него нажимаю, тут как-то призрачный вой получается. Будто мальчик уже повидал поля битв полной смерти. А это боевой маг. И это боевой Мир таких маг. был таков, что с молодых ногтей постигаешь смерть. Вообще, это ужасно, не должно быть так. Тут какой-то старец стоит. И он явно приглашающим видом на меня смотрит. Спрайт старца поворачивается на меня. Это значит, надо с ним поговорить. Тристивир Хокстон. Клянусь отцом льда, опять ты, что на этот раз? Ничего. Будешь со мной так говорить, ничего. Так, мне тут принцесску. Ух ты, какая принцесса ты видела. Да, так она же дроу. Ой. Аж все скрашивалось. Даггерфолл выпал немножечко в Dungeon and Dragons с этой дроу и кончился. Ничего, это Даггерфолл, мы к такому привычные. Да, Уже. вообще. Вообще ничего страшного. Не вижу никаких проблем. Даже хорошо. Будет шанс убедиться, что во дворце все еще все так же. Все еще так же все. Я думал, ты скажешь, даже хорошо, хоть что-то произошло. Да это я так, шучу. Это шутка для арены, скорее. Да, это вот арену уже закончили, а настроение шуток еще осталось с тех времен. Пацан все еще источает какой-то мертвецкий вопль. Может, это не принцесса? Просто тут, видишь, гобелены тоже исчезают такие мистические. А может, может это быть, принцесса? Это пацан? С кошкой. Я, пожалуй, прям тут сохранюсь. Здравствуйте. Они тут все дроу или вампиры. А, во. Вы пытаетесь отследить местоположение императорского письма, да? Вряд ли найдется такое событие в заливе, о котором я... Что? О котором я не была. Вы осведомлена. Ой, сейчас соберусь. Сейчас я дам проснусь. Информацию. Но все имеет свою цену. Мне нужен чемпион, пришедший сквозь огонь Обливиона. Заинтересованный? Ну как сказать, я начинал играть в Обливион. И может, дошел. После огонь не проходил там. Я прошел там два портала Обливиан. А потом подумал, что-то мне не как-то, ну, не как-то выпадаю я из этого мира, знаешь, просто там. А мне тоже не очень понравилась тема с порталами.
Вообще, Обливион мне не понравился, так скажем. Ну вот я дам ему определенно когда-нибудь еще шанс, но меня вот что обеспокоило, это то, что его там обливинские порталы появляются, а я могу ходить, как ни в чем не бывало, заниматься всякой фигней. Говорят, как бы... что на Обливион нужно накатывать очень много фанатских модификаций, чтобы он был нормальный. Вот, так я с удовольствием. Я пробовал играть в ванильный, ну потому что я человек такой, до всяких модификаций, дополнений и всего такого нужно ванильную игру поиграть еще, а уже потом. А если ванильная игра говно, то как ее может фанатский патч, дополнение, фанатские... Я не знаю, как... Нужно чудо, нужно чудо. Да, может быть это так. Ну, когда-нибудь я доберусь до Обливиона и посмотрю, сделал ли там кто-нибудь чудо или нет. Так, мы заинтересованы. Ну, ты меня заинтересовала, конечно. Во имя молота Оуфора, какое облегчение для меня. Не задавайте вопросов, просто отнесите это письмо к одному высокопоставленному волшебнику в некроманском прибежище в Скардж-Бероу в горах Дагерн-Тайо. Избегайте разлома. Если вы увидите его, значит, зашли слишком далеко. Они не ждут вас и не будут ждать, пока вы представитесь, не будут вас ждать. Вот. Некроманты считают, что смерть — это награда за жизнь, а не наказание. После того, как вы доставите письмо, им больше не нужно будет гарантировать вашу безопасность. Это их путь. Путь смерти вместе. Мне нужно, чтобы это письмо было доставлено, а ответ от короля червей был дан мне в течение месяца, начиная с этого момента. Риск очень велик, Крея, будьте осторожны. Были даден. Даден. Я вспомнил такую шутейку времен школьных лет все. Я академиев не кончал, но образование вам даду. Хорошо, хорошо. Вот тоже проснулся полчаса назад, и так читать тяжело, так тут еще слова такие. Дадины всякие. Суют палки в язык. Король. О. Мне нужен кто-то, кто может доставить одну вещицу моему знакомому в Сингрею. В обмен вы получите другую вещицу. Если вы принесете ее мне, я буду рад заплатить вам 261 золотых. О, с королевского плеча 261 деньга. Да давай. Очень хорошо, возьмите этот слиток золота и отнесите его одному по имени Бединак Муринг в местечке под названием Резиденция Муринг в Сингдейле. Вам нужно... О, нам и по прошлому зданию, да, тоже в Сингдейле. Да, вроде бы она говорила. А я уже не помню. Вам нужно поторапливаться. Бединок Моринг не из тех сорта, не из того сорта людей, что будут ждать ленивых посыльных. Очень хорошо. Удачи вам, Крей. Буду ждать вашего возвращения через 5 дней. Я вот эту букву, точнее цифру, вот 5, то 5, то 6 читаю. Она вот... Ну она такая. Я не понимаю. Это как бы если не успел за 5, то за 6 уже вряд ли успеешь тоже. 5-6. Некое 5-6. Да. Ну, пойдем. А, не, по-моему, вот нам женщина Дроу тоже в Сингдейл говорила идти. Ну, сейчас. Сразу что? Туда или не сразу? Я не совсем запомнил ее. У нее там вроде посложнее очередность. Опять мне говорят, что я нахожусь в каких-то руинах Вудхаус Манор. Чук-чук. Да, да. Будем надеяться, что это просто скриптовый баг. То, что на самом деле мы там находимся. Ладно. Пора отправляться туда, куда нам. Так, принцесса, это понятно. Сначала разберемся с королем. А давай посмотрим, что она говорила. То, что тут же. Скардж-Бэрроу. Ну, что говорила, она сказала. А про Сингдейл что она говорила? Ничего. Ну ладно. Ладно, ладно. Сингдейл. Ну, ща поищем. Так. Нет. Во. Это, наверное, где-то здесь должно быть.
А там через E или через E было? Ну-ка. По-моему, через E. Вот, да. Да, поехали. Поехали. 5 дней? О, безрассудно, надо ехать. А то не успеем. Знаешь, слово безрассудное, мне кажется, мы будем там ехать, не знаю, снимать женщин. Да-да-да. Ехать, напиваться в трактирах. Не знаю, делить ложи всякими... Совсем подряд. Непонятными и все такое. Со всеми вещами и существами. Да, совершать поступки все. Ну-ка, где тут находится резиденция? Наверное, во дворце имеется в виду. Давай, ладно. Во дворец мне. Клянусь скалами солитюда, то что надо, что надо. Где дворец? Слышал я кое-какие имена недавно, но сейчас в голове ничего не происходит. Понятно, что ничего не происходит, потому что я спрашивал не имена. У меня дворец бы. Имена. Мне еще нравится, как они клянутся. Обычно так. Ну, клянутся хотя бы каким-нибудь божеством из какого-нибудь пантеона, да? А эти клянутся горами, льдом, камнем под ногами клянутся. Всем, чем, чем. Цветком в горшке. Ну это, знаешь, и правильно, может быть, с одной стороны. А вот говорят же, типа, там, мамой не клянись. Ну. Нельзя. Это как-то обезопашивает. Да, да, они, может, вот таким вот хитрым способом вроде бы и клянутся, а вроде бы могут и пожертвовать же. Ну... Льдом. Льдом чего-то. Да, какое им дело до льдов гор Солитюда? Да, да. Направление северо-восток. Ну, спасибо. Сейчас увидим дворец, поди, он такой будет величественный, заметный. Полазим по нему. О, кстати, погоди, я же хотел... Ты смотри, я видел, как свет в окна горел, а потом выключился. Ничего себе. Меня я увидели. Ты следишь, и там видно будет, что окна темного цвета стали. О, вот, красного, да. А они были желтые. Ничего себе. А тут все эти стали красные. О, видишь, синего. Интересно. Притом во всех окнах. Ну это у них, да, видимо, централизованное какое-то электричество, да, управление. Да, да. Видишь, а фонари-то... А, ну фонари могут гореть и... свечные, и такие... Ну да, да. Керосиновые. Это, наверное, так... локально как-то отапливаются фонари. Как там вот даже... в Британии была такая профессия — ходить в фонари слишком. Угу. Очень ответственная. Да, конечно. Проспишь и все. И голова с плеч. И твой фонарь с плеч. Все. Не засветил то, что надо, и не будут твои ясные очи озарять больше ничего. Вот это дворец, судя по всему. Ну давай залезем на него. Ну тут, конечно, тут легче залезть, потому что, видишь, не открывается. Так. Нужно качать скалолазание, я говорю. Оно потом будет полезно. Да, да. Мне сказали на Ютубе. Ютуб не соврет. Скользко под дождем. Ой, грязно. Грязь под ногти забивается. Ведь оно, наверное, как качается, скалолазание. Чем дальше, тем быстрее мы будем лазить, наверное. Так еще. Ох, тяжело пошло. Ой. Блин, сорвалось. Ну, ладно. Попробовали. Покачали. Я думаю, это уже... А, это стена, это не дворец. Это городская стена. Вот дворец. Сиди, ползет ящерица такая. Я кричу, спаси, выпустите, замуровали. Ну, тут-то прям смотри, как лезется. Ой. По стене было сложно. По-моему. Ну, а тут на дворец смысла нет. Это дворец, что ли? Ну, такой себе что-то дворец. У меня комната больше, чем это дворец. Вот дворец, наверное.
Ты сказал, это не дворец, это, наверное, туалет дворцовый. А я туда лезу. О, ужас. Пугаешь меня? Нет, это какой-то склеп местный. А где дворец-то? Стоп. У меня вообще-то время горит, у меня... Как это называется? Такой подожди. Куст перелазить, да? Который по колено. Как это называется-то? Ой, забыл такое слово важное. Есть одна минута моего времени. Сейчас вспомню слово. Дворец назывался? Не-не-не, как называется ситуация, когда нужно быстро сдать работу? Там время горит. Хардлайн. Или нет? Не хардлайн, подожди, я понял. В моей прошлой профессии часто использовали этот термин, построенный из нескольких английских слов. Ну да? Вот у меня тоже было. Самое странное, что я забыл, как это называется. Я сейчас вспомню. Дедлайн. Дедлайн, во. А хардлайн это что-нибудь другое, наверное. Хардлайн Майами или как? Это какая-то часть Баттлфилда, наверное, Хардлайн называется. Северо-восток дворец. Итак. Я не понимаю. Тут ничего нет на северо-восток. Да. Обманывает. И даже не клялась льдом с Литинга. Вот вообще, постыдится. А так по карте непонятно? Не, непонятно. Так может быть он вообще не в этой локации, а где? О, дворец? она поставила на карте. Это дворец. Этот туалет, это дворец. Это все-таки дворец. А как зайти-то? Блин, у вас и дворец. Маленький дворец, не подрос еще. А, вот. У Кфора комната больше, чем ваш дворец вообще. Дворец. В смысле никаких шансов открыть? Я не знаю. Вообще надо резиденцию нужно какую-то. Вот. Резиденция. Забавно, король Идвайр из руины Вудхаус Маннер посылает меня. Ну да. Подожди, резиденция Муринг, это, наверное, не дворец. А, нет, подожди. А, ну так, ладно. Наверное, не дворец, но я не знаю, как тогда это искать. А нельзя спросить резиденции? Ой. Давайте без этого. Задружили. А, вот так можно человека спросить. Иди на юго-восток. Совсем недалеко. Он просто направление дал. Ну да, ну это скорее всего просто дом какой-то. Не знаю, почему я захотел в дворец. Ну потому что было написано, что резиденция какая-то. Ну хорошо, Крей, у тебя есть одна минута моего времени. Эй, Крей, не думаю, что хочу тебе объяснять, где найти Беди Нага Мурика. О! Это несложно, постойте-ка, может я просто возьму и помечу вашей карте? Угу. Давай, спасибо. Ну, да, резиденция, видимо, имелась в виду просто его хата. Ну. Это как вот моя резиденция, допустим. Да. Потому что я тут резиденствую. Как плавленый сыр резидент. Как резидент Ивол. О, почти так. Осталось сделать несколько закоулочков. Сделать ногами. Тут же вот на днях этот Devil May Cry 5 вышел. Да. Что-то... Ни один не играл. Нет, я один играл какой-то. Какой-то играл. Кто-то вот вышел, да, я посмотрел, там чей-то играет, посмотрел чуть-чуть начало. И что-то мне подозрительно напоминает на последнюю часть, которая вышла в Final Fantasy. Да, вроде бы Final Fantasy. Тоже почему-то какие-то
какие-то пи такие, ну слово, ты понял, а, да? Ну да, да. Пи слово. Персонаж. Угу. И, такие персонажи. И они вообще, ну, блин, ну как так, зачем таких делать персонажей, не понимаю. Притом они что, в последней части финалки, что Devil May Cry. Ну, я, конечно, понимаю, Devil May Cry, как игра про пафос, но там, не знаю, аж хочется забрызгать экран чем-нибудь. Слюной там, не знаю. А, ну, этим ладно. Массой, что-нибудь, чем-нибудь таким. Ну, и дело даже не в том, что они как бы так, ну, нарисовали. Мало ли где такие персонажи, да, участвуют. И притом они из такого рода персонажей, когда они еще и пафосные, и такие, и, в общем, воплощают какие-то неприятные, отвратительные личностные черты. Не знаю, почему такая тенденция пошла. Ну, может, какая-то такая. У японцев сейчас период такой. Как-то ты странно провалился, да? Да. Я в доме, но не в доме. Видимо, крыша была соломенной. Да. И волк пришел такой и дунул на дом. Ну тут я примерно уже помню, куда скакать. Я спешу, у меня королевское задание вообще-то. Слиток золота везу какому-то дядьке от короля. Ну вот как механика, как нарисована вот эта лошадка, которая скачет. Ну, прикольно, да? Нравится. Но... приятно. Где-то здесь. Так, жемчина. Жемчина. Шахматная жемчина. Ложись в шахматы, поиграем. Хорошим манером поучиться, но я с тобой вот так. На юго-восток. Я тебя научу хорошим манерам. Аргонийским. Аргонским. Во имя бороды, то что тебе надо, что надо? Бороду какую-то приплела. Не твоя борода, а ты... используешь. Тебе вообще борода не полагается, что ты... Ты в грязных целях используешь чужую бороду, ну как это можно? Ой, гриб такой, это тебе грибы вообще пугают. Да, хотел с грибом поговорить сначала. Вот она, президенция. Отметил, да? Угу. О, это теперь другой дом. Забавно. Ну, меня это уже не удивляет. Ну да. Владение. Это владение. А, нет, это не то. Не, это тот дом. Все еще старый. Ну тут все еще никого нет. Кому мне здесь золото-то кусок отдать? У меня вообще-то дедлайн, хотел сказать таймлайн. Ну ё-моё. Ну можно и таймлайн сказать, почему нет. Так, по смыслу. Ну послоняюсь. Часа два. Думаешь, он просто вышел? Ну может быть. Хм. Неужели еще один за город? Ну ладно. Жалко только, что королевский, я же вроде как репутацию хотел там с правителями поднимать. А тут он поди расстроится. Скажет, что принцесса-то моя с какими якшается. Ненадежными барышнями. Ящерками всякими. Сказала доставить кусок золота, а сама его поди в гнездо себе сунула. И сидит, высиживает. Ладно, подожду, подожду под дождем. Маленько. Тут уже повечерело совсем. Уже как бы все по домам должны разбежаться, мне кажется. Послоняемся 0-1 час. Тук-тук. Да нет здесь никого. Король меня надул. Заставил подождю скакать 5 дней. Скорее это не король надул, а надул...
игра нас сама надела. Может быть, может быть. Ладно. Поехали тогда по принцессскому поручению. Угу. Для король червей. Скардж Бэрроу. Мне кажется, мы сейчас какое-нибудь логово вампиров. Вообще. Потому что король вообще в курсе, что у него там все женщины вампирами стали. Как-то он, по-моему, не замечает. Ты вообще здесь должен... О, горы Драгонтейл. Как это называлось? Скардж Бэрроу. Ну и назовут, скажу я вам. Ну-ка, Скардж. Так, какая кнопка G делает? О, нашел. Скардж Бэрроу, поехали. Осмотрительно. Останавливаться будем у костра. Хочу по атмосферному ехать. Он этот без дедлайнов, да? Да. Ну-ка, у меня остался в инвентаре какой-нибудь там свиток, слиток. Золотой нет. А квест его исчез. Пропал, да? Ну и хорошо. Да, квест исчез. Ну и по делам. Автокарта ой, здесь недоступна. Похоже, вот это... Похоже, рандомайзер в Тигерфоре не удается оптимизировать. Не заставишь человека появиться там, где он может не появиться. Да, 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 видимо. Видимо, никак это не исправить. Так, а теперь проверочка. Это, скорее всего, данж? Да, это, скорее всего, данж. А если я сейчас загружусь и снова зайду, это будет тот же самый данж? Надо было с тем проверять. С вчерашним. Позавчерашним. С этим я чувствую бесполезно. Храбы открываются. О, а тут спуск. Прикольно. Что мне это кажется не рандомный данж, а вот тут рандомный, если бы, то можно было бы его перед ним загружаться и новые данжи получать. А, и типа сохранение оставить, да? Mm-hmm. Что-то пошло не так. Да, хороший вариант. Ой, опасно как-то тут. Нужно скалолазанием, наверное, залазить. Да. Ох, нравится мне. Че, не хочет скалолазанием? Ща. Надо пригнуться слишком высоко для такого. Опа! Плюх. Ой, тут кто-то ходит. Я слышу какие-то шаги. Зловещие, надо заметить. Надеюсь, тут противники не будут какие-нибудь вампиры. Правда? Ой, нет, я пока не готов. Вампиры, мне помнится, в Elder Scrolls, в Morrowind были довольно-таки проблемные противники. Ебеновый кинжал уже битый, кстати. Надо будет починить, когда вернемся. Да варенье тоже вампиры. О. А, ну это похоже зомби. Роб-зомби. Да, зомби. И он умирает. Посмотри, он вот так вот правда похож на роба-зомби. Такой же бесполезный. В зеленых трусах. О, а тут карту нашли. Какого-то данжа, видимо. Полностью исписанный лист бумаги раскрыл вам секрет местонахождения кладбища Кливом, который вы тщательно записываете. Во. Во. Вот это я понимаю. А, вот давай попробуем сходить после этого. Mm-hmm. Спасибо, роб-зомби. Блин, у него такие ноги страшные, будто бы. Как будто он. Как будто он Living Dead Girl. Обкололся, как сила бы все ноги изменили. Да, я думаю, это максимальный уровень косплея роба-зомби.
он меня не видел. А, он меня не видел, надо было подставить, я побежал. Смотри, у него нету пуза, да? Да зачем ему пузо? Когда он был человеком, его, наверное, зомби ел. Потом он тоже превратился в зомби. О, еще, смотри, карта с еще не высохшими чернилами показывает давно утерянное местонахождение руины хутора Ришин, которое вы заносите себе в карту. Клево. Еще не высохшие чернила. Видимо, зомби сам вспомнил, написал. Да, из пуза. Достал. Поэтому он сначала там стоял, записывал карту. Точно. Готовился к тому, что... Мы пойдем, спросим. Там. Хотя зачем зомби сокровища? Ну уже незачем. Ну как зачем зомби сокровища? Чтобы новые фильмы снимать. На клипы что? Ну, а у него же и фильмы тоже какие-то есть. Ой, я не знал. Я вообще вот знаю, что там про тысячу мертвецов. Собственно, ее я и слышал. Какая-то у меня популярная есть. Living Dead Girl. Да, похоже, точно. Была в Need for Speed Underground 2, кажется. Ой, наверное, там я ее слышал. Там как-то не так. Я весь рок тогда только в гоночках и слушал. Need for Speed Underground. Гонщиком-рокером. Вообще, вот Need for Speed, видимо, второй. Видимо, я только в него играл. Не, ну это на самом деле седьмой. Underground 2 это седьмой Need for Speed. Да? Потому что первый вообще еще на DOS. Вот я играл, в котором была вот эта вот музыка. Ну вот, да, своеобразная. Это, видимо, то самое. Времени. Вот только в него я играл. Видимо, ради музыки играл. Ну там, кстати, все еще есть некоторые треки, которые мне даже до сих пор нравятся. А в первом андеграунде была электроника клёвая. Да. Вот это я тоже случайно наткнулся на один плейлист. Там будет даже не электроника, а Obsidian. Ну, там какой-то хупнос вроде, или как он? Да, что-то такое. Мне тоже понравилось. Не, вообще они молодцы, конечно. Гонки гонками. Жанр игры говно. Не понимаю вообще смысл гонок. Но музыку они могли потом. Ну, дорого поди. Лицензии такие получать. А, кстати, да. Но игра продавалась. Ну да, это очень популярная серия. Это мы, нёрды, сидим тут в гонке, не играем. Популярные. Да и непопулярные тоже. А people-то хавает? Вообще. С причмоком таким. И это салфеткой утирается. Еще бы. Еще без хлеба. Ну, хотя я не знаю. Какие отношения у фанатов серии? С серией? Как не открывается. Ну, сейчас будем ломать. Открой. Сова, открывай. Что получается? Нам нужно здесь найти... Нам нужно здесь найти мирного NPC, да? Может быть. Нам же передать что-то нужно. Да. Доставить письмо для король червей. Так это, наверное, есть король червей. Там страшно уже становится. И у него там женщина танцует. Да. Развлекается как может. Спрячу оружие. Страшно. Ой, точно вампиры. Аккуратнее, нигде царапину не поставь себе, а то он же вампиризм как спит. Заразишься и на всю жизнь. Из гробов кто-то воет еще. Что вы делаете вообще? Что вы делаете? Такие жуткие звуки. А, что он делает? А, это у него по посоху молнии ходит, я думал, он меня кастует чем-то. Как же тут страшно. Надо успокоиться и посмотреть на женщин. Рад встрече, странник. Мухирчсай. Ух ты, вот это имя. Как ваше ничего, друг? Расскажите мне про выход.
Это здесь вообще нет никакой работы. По тебе видно. А соседку ее как зовут, интересно? Крурай. Блин, прикольно именно. Ну вот. Да-да. Вздрагиваешь ты уже. Это ты король червей? Похоже на то. Ты стрёмный. Очень хорошо, если мои преданные слуги из Бэрроу не наградят вас смертью, отдайте эти записки принцессе Маргайи, пожалуйста. Так да. Ты это самое, поговори со своими преданными слугами, пожалуйста. Смотри-ка, какая там принцесса, темные делишки ведет. Вообще, как бы, если в твоих интересах, король червей, чтобы я доставил эту записку, хотя ты можешь послать кого-нибудь другого, да? Все, можно идти, да? Спасибо. Спасибо. Валю, валю все на шифте, бегу. Фу. Клево. Так, а сейчас выйти как-то надо. Так. Ну что ж, это было... Ух ты. Бандюк. А, спалил. Так, непростой бандюк, похоже. Это Найтблейд был. Какая-то у него была магия, да? Угу. Железные сабли, путики, реагенты, золото. Стальной кинжал. Пусть будет. Больше нет места. Ну, пусть не будет. Не влазит? Да на шифте надо ходить. Не на шифте, в смысле, а на альте и на контроле. На спидах. Наоборот, на медленах. На седативчиках. И это я возвращаюсь не туда, откуда пришел. Я хочу поисследовать это место. Хочу поисследовать. Пойти мне работать. Вот и все. Все, поисследовал. Неплохо, можно назад идти. Ой. А вот у меня уже противоречивое какое-то чувство было, что мы сейчас забуримся. Угу. Бесконечную генерацию. Вот отсюда шел. Это я помню. А вот эти стеночки какие-то совсем низкополигональные получились. Ну тут это из-за того, что тут поворот, понятно, никак. Больше не уместилось. Вот новый поворот. Что он нам несет? Что-то у меня сегодня настроение какое-то баловаться на ассоциации. Так, святое дело. Так, сможем ли мы там залезть опять? Интересно. Сначала вот так, сохранюсь. Потому что тут вот этот ход надо еще исследовать. О, мишка косолапий. У него такие лапы забрали. Ткнул в бочину. Бэкстапнул медведя. Не каждый может. О, старый добрый друг. Запутался немножко. Ну-ну. Давно не выходил из комнаты. И правильно делал. Опа. Сломался и веновый кинжал. Да. Ничего, починим. Но у него, блин, урон просто 9-14 был. А у этого, например, 1-8. Не сравнить. Саплю возьму. Что делать? Ты еще ничего не пробовал, да, чинить? Не. Интересно, вот как немножко поменьше времени будет? Или как варенье убить, что нет смысла чинить? Ну, знаем. Не, ну такую вещь-то надо починить. Уже. Да, так. Имба. О. Не, давайте я назад. Вс.
все-таки есть ходок, да? Ну. Белый ходок. В Ой. Тему скоро выходящего сезона, последнего. Я надеюсь, что будет плохой конец. Ну, худший. Ведь как там по истории? Там каждую первую вот эти белые ходоки всех вырезают. И как бы... И норм. Кто там, какой-нибудь герой убивает этого короля, короля лича, и становится королем лича. Классика. И все по новой, да. Вот, я надеюсь на такой, как бы, в рамках. Ну, это было бы интересно. Да, какой-нибудь каноничный такой финал, а не... даже не знаю, потому что седьмой сезон был что-то какой-то, не знаю, слабенький, мне не очень понравился. Он такое ощущение, что короткий вышел. Просто я вот его посмотрел как залпом. И такое ощущение, что филлеров много было, потому что общее впечатление из него какое-то скомканное вышло. Как бы ничего не произошло, вроде как. Что-то было. Но в любом случае, скорее всего, в этом последнем сезоне будет много сцен с ходоками, а это мои любимые сцены. Mm-hmm. Прям, не знаю, люблю полых, ничего не могу с собой поделать. Да? Пойдем назад в Эйрис пока что. К принцессе этой стрёмной, которая с вампирами мутит. Заселила папки весь дворец вампирами. Вообще. Вот нарожал глупых детей всех. Угу. Дурёх. Расхлёбывай. Нормально себе каши наварил. Ну да. Сейчас мимо магазинов, наверное, как раз пойдем каких-нибудь. Мухрю. О, мумукнула, кстати, коровка. Я, кстати, хотел спросить. А может попробуешь просто ради эксперимента создать нового персонажа? Просто мага? Ну, не знаю, как-нибудь. Посмотрите, что маны будет намного больше. Ну да, должно быть намного, потому что мне вот в комментариях сказали, что... Мне в комментариях сказали, что... Что так все, да? Ну да. А, ну тогда и не нужно проверять. Часик подождем, магазин откроется. Кстати, он же записку передал, а я могу ее почитать? Нет, видимо это совсем confidential, или могу? Не, это... Записку короля лича не могу почитать. Ну, лучше не читать такие вещи, наверное. Угу. Кузнец. О, как стучит. Мне вот эта анимация его и... вообще моделька... напоминает... кузнеца из первого Dark Souls. Угу. Тут тоже у него похожая была такая анимация. Движение. Ремонт. Как же его звали, забыл. Вот и я не помню. Так, не помню. Давай. Один день. О! Нормально. Ой, ну хотя бы вот это как-то вот адекватно сделали. Да. Что от уварения там 14. Не, там, несколько недель сидишь, будешь. Ходишь. Было бы чем заняться, я считаю. Куда там сдавал его.
Вот, еще и 300 золотых наварили. Неплохо. Так, а что у тебя можно прикупить? Это обычная железная катана. Макизаши. Эльфийский кинжал, ну-ка. Не, 3.8, такой себе. Да, после нашего кинжала вот все оружие какое-то. Ну да. Как-то вот нам повезло, это же вот на самом старте, да, выпало? Угу. Как-то вот даже неинтересно, найдем ли мы лучшее оружие. Да, я думаю, да. Зачарованное всякое еще и все такое. Кстати, да, ни разу еще не попадалось, да, зачарованное? Ну. Ну и все, и во дворец можно. Храм, в котором мы были, в котором были жрицы любопытные. Птички щебечут. Орден часа, да? Ну-ну-ну. Орден на час. Ой, как деревья наклонились все. Видимо, был сильный ветер когда-то. Дул на восток. Тук-тук. Загружает. Вот. И теперь все встает на свои места внезапно. Вот этот что пацан происходит? Мертвецкий вопль сдающий. А там кто ходит? Чипки. Это рыцарь. Ну ладно. А ты кто такой? На вас не обращают внимания. Ну и хорошо, наверное. Дядь, ты глянь на цвет их кожи. Может быть, он уже настолько стар, что впал в маразм. Ну-ну-ну. Деменции там. Не, ну я, конечно, не спорю, красиво, но. Но опасно. Опасно. Роковая женщина. Я не могу на нее нажать. Котом. И на кота нажать не могу. И взять не могу. Ух, ух. Давай попробуем выйти и зайти. А, вот. А, это она что? Нет, это другой уже. У меня есть друг, потенциальный союзник, который нуждается в небольшой помощи. Это довольно-таки простая операция по спасению, но за нее мой друг готов оказать большую признательность и отсыпать кругленькую сумму. Это поручение необходимо завершить в сжатые сроки, в пределах 15 дней. В деталях поговорим, если согласен. Не. Ну давай. Было такое, нет? Что такое было вроде? Великолепно. Я сразу подумал, что вы не откажетесь. Итак, мой друг Виктора Экфрофт из Овощина и Сворк. Ой, смотрите, это локации. Как короли червей, Овощина и Сворк. Потерял самоцвет, сапфир. Мои шпионы отследили путь камня до подземелья Форт Вудвинг. Виктор Экфрофт хочет вернуть этот камень, пока он не попал в третьи руки, если камень не попадет к нему. Подожди, мы же уже... Это тот же самый квест, который нам не дали потом. Это же локации, да? Да. Возникнут определенные неприятности, вот это, ну, понятно. Угу. Так а с тобой-то почему нельзя, слышишь? Ох, ну если не получится сохранить, загрузить или выйти и зайти, то... Вот, еще один скрашку квест. Блин, что-то жестко. Я, конечно, не знал, Это же сюжетный вроде как квест. Он не должен так вести себя. Я, конечно, знал, что есть такая проблемка, но настолько... У нас буквально каждый второй квест. А, кстати, это же та самая королева Борензия. О которой книжки потом еще
В Обливии они были. Не помню, были ли в Моровинде. Да? Угу. Я слаб на запоминание имен. Я вот помню только, что там была серия книг огромная, там несколько книг. «Подлинная королева Боренция» называлась. Mm. Прикольно. А, ну все, мне не надо ей ничего доставлять. Нет никакого квеста. То есть он выполнился? Получается так. Ладно, я не против. Ну что, попробуем еще раз самоцвет достать? Ой, я думаю, да. Я думаю, посмотрим на это сначала, а потом на те данжи, которые карту нашли. Так, мне бы сначала какой-нибудь ломбард, потом отоспаться, ну, до конца дня, зайти за кинжалом и пойдем. Не обращает внимания. Нужно ему хвостом по щекам. Ой, и это не обращает. А почему? А в чем дело? Я же это самое. Я же ушатаю сейчас. Вампиризмом? Я же сейчас ушатаю. О, сразу обратили внимание, да? Как, как с ними по-другому? Ты можешь его вот так вот за это? Нет, он не пробивается. Закружить. Слишком толстая броня. Так и неправда, вот мы выполнили их квесты, и они нас вампиризмом. Ну, по-моему, это... Я не уверен, потому что я не знаю. Но мне кажется, это как-то по-другому должно случаться. Я тоже думаю, потому что это слишком хитро. Не думал, не гадал. Можно подумать, что это не вампиры, а какие-нибудь дроу. Ой, как они? Ой. Не та вселенная. Данмеры. Данмеры, да. Ну, тут они еще темные эльфы называются. Так что, что дроу, что да. Данмеры одно и то же. Мы-то понимаем, что это корни-то одни. Да? Угу. Говорят, чужой монастырь со своим уставом не ходит. Сказала беседы и сделала арену. Не-не-не, у нас не ДНД. Не-не-не, у нас не Ультима. Ну обратите на меня внимание, вы чё? Смотрите, какая я красивая. У нас же такой огромный вид. Огромный. Так не могу. Ладно. Подожди, а что-то сломалось, да? Вообще никто не обращает внимания. Вообще никто. Пацан, отойди. Мне к корчмарю. Комнату на день. Тебе уже. Чего? Удалось сбить сцену, говорит. Ничего себе. В течение какого-то времени? 8 часов? 22 часа. Ого. Ну, пропустить, чтобы кинжальчик забрать. Все такое. А, да. Вы проснулись. Торговля улучшилась. Какая узкая комнатка была у нас. Ну, тесновато. Так, кинжал у нас... О, кстати, здесь. С югу. О, это тут уже и кинжал ждет. Хорошее место вот для корчмы. Поговорить с кем-нибудь. Лили? А репутация у нас... Сюда? Обычный житель. Черт у нас. Мустика какая-то. Да мне от них толку-то чё. Мне главное кинжал забрать. Это уж так. Все еще ремонтируется, да? Ну давай посмотримся. Только пару часов. Для надёги 3 часа. Быстро, видимо, управились. Здрасте. Ну чё?
подожди, он не починился? А сколько часов в дне Elder Scrolls? Да я даже не знаю. Вообще вопрос. Наверное, не 20, наверное, больше 25 получилось. Может, для надёги просто пойти еще сутки попасть? Ну да, машинцы. Да. Блин, я надеюсь, что он хотя бы не забаговал. Ну хорошо бы. Никто не... Всё заморозилось. Будто бы... Всё, время встало. Ну пусть нет, пусть не встает. Вот, я бы не хотел. А то всё, жалко. Как играть? Некак. Кинжал. 25 часов спим. Мышцы атрофируются уже, кости завянут. Да ничего. Хвост обвиснет. Чешуйки отшелушатся. Нормальный, здоровый кошачий сон. 25 часов. Крядно. Сон — лучшее лекарство. Надеюсь, он вылечит нас от багов. Ну-ка, попробуй поговорить. Нет, ну ладно, это уже... Сначала кинжал, потом говорить. О! Вы что? Что? Дан. Это Дан. На английской раскладке. Е-бой. Спасибо. Ты лучший кузнец из всех, каких я видел в жизни. Но если не захотят с нами говорить, то и пес не будет. Да. И мы тоже не будем с ними говорить. Да, я тоже все так думаю. И мы тоже не будем обращать внимания. Поехали тогда в руины Вудхау. Нет. Ну да, вот лощина из Ипсворк, запомнили, Крафтверк. Так, лощина. А, давай сначала просто лощина. Лощина Ньютона, а, нет, тут ни одна лощина, значит. Лощина Ипсворк. Нет, Ипсворк. О, поехали. Безрассудно. Сломя голову. Подожди. Сначала Форт Вудвинг же. Точно. Или нет? Да. Да. Сначала же сапфир найти, потом вернуть. Вудвинга. Безрассудно за два дня, неплохо. О, как тут мрачно и страшно. Да, дождь выглядит красивее, чем ночью. Угу. Гриб, скажи мне, куда идти? Так это мы доехали вообще? Здесь какой-то форт? Где я? Ну да, мы приехали. А где, а как зайти? Может быть, послоняться до утра? Я вот вообще ничего не вижу. Угу. Я только гриб вижу. И это ничего хорошего. Не предвещает. Подожди, вот какая-то дорога, тропинка, видишь? Ну... Или... Да, это... Ой, как тут намокрило-то. Вот это погодище. Что, он даже хлюпает под ногами? Да нет. Просто что ничего не видно, как у нас тут. Вот идешь осенью, поздней. Ой, хорошо, что мы хотя бы ящерка, но вот эти вот дожди, только...
только хорошо для нас. Да, приятно. Ботинки не носим, ноги не намокнут. Для кожи приятно, полезно. Угу, 3 часа подождем. Поразмокаем просто. Ну-ну-ну. Я сейчас слышал такую информацию, давно еще очень, что полезно под дождем гулять. Якобы дождевая вода полезна кожа. Ну, такое. Что-то на уровне гомеопатии. Да-да, уровне Балахова плюс. О, посветлело. И, наверное, силы Земли. Блин, а где вход? А вот это, подожди, справа, нет? Не-не-не. Горочка. Ну, не видать. Ха. Давай попробуем в ближайшую локацию и обратно туда. Я даже думаю не так. Попробуем, смотри как. Опять сюда просто нажать. Вот. Время пути один. Странное дело. Где же форт? Рандомайзер его не дорисовал. Вот видишь, смотри, площадка такая большая. Ну. Видишь, вот форт. Нет? Смотри, какая она ровная. Это прям как здание. Ну да. Она прям подозрительно ровная. Угу. Может быть, какая горочка? Тут в горочку какую войти иногда бывает такое. О! Ничего себе! Да, ты... гениален. Не, да, это рандомный данж. Смотри, сейчас мы выйдем. Как можно было назвать это фортом? Блин. А вот. Это никто... А видишь, в чем секрет? Это никто не называл фортом, это игра сама назвала фортом. А, вот так вот, да? Блин, ну, хорошо, я понял логику. Я думаю, это могло бы называться и замком, и кладбищем, и склепом. Да, я понял. Ого. Красиво. Ну, это тот же данж с тем же названием, в котором мы были, но он уже другой, видишь. Так, это что такое? Надо же. Деньги, сокровища. Рубашка. А у нас есть рубашка? Не похоже. Сейчас есть. Пусть будет. Корешки. Вершки и корешки. О, корешки. Тут мамка привезла чай с работы. Ну, там 3 банки, 2 Ахмада. Ну такой чай нормальный, в железных банках, серьезно. Один какой-то там с цветами, другой просто черный. И третий, маленькая такая баночка, что-то там китайский чай, конфуций, что-то такое. Вот. Так вот, он там какой-то... Он, во-первых, вообще не похож на чай. Там, он на вкус и на вид, ну то просто трава какая-то. Ну как знаешь, когда болеешь, там траву забрать. Ну. Вот, такой же вкус. И такой сладковатый, если знаешь, помнишь, в детстве, вот лично я, меня часто лечили маленького, корень солодки заваривали. О, да. Или давали пожевать. И в этом чае тоже какие-то будто бы кора какая-то, или не кора, или кусок корешков. Забыл. И это, блин, прикинь, это реально похоже, что это солодка. Я... тысячу лет не пробовал этот вкус. А тут вчера такой заварил, думаю, попробую вот этот новый чай. Пробую, думаю, что-то странно, какой-то, ну ладно, травянистый, окей. Ну, какой-то сладковатый привкус. Распробовал. Блин, да это же солодка. Надо же, вот так верно, возвращение такое. Да. Ну в этом плане неплохо, но вообще вот такой вкус. Я очень не любил его в детстве. Ничего такого нет, просто сладковатый такой вкус.
А мне почему-то, наверное, потому что с детства как-то да. запомнилось. Иногда и бывает мне так. Вообще не понравилось. Такая чайная история. Mm-hmm. Я вот вспомнил, как мне в 2014 году принесли, помнишь, может, чай, который. Какой-то синий цветок, который заваривать надо. А, да. Странно, всякие чаи бывают. Остался, да? Ну. Каких только не бывает. Он кисленький был или он был совсем безвкусный? Что тут. Ну он безвкусный какой-то был, по-моему. Да, все, я понял. Из чайника вываливался. Единственное, некогда что было его заваривать. Прикольно, это то, что он распускался. Ну. Ну что, поплыли? Поплыли. Ой, ну как она медленно плывет? Ты ящерка или. Или бревно? Она начинающая ящерка. Это ж куча режим скалолаз и не лезь. Это пока нет. А ты же можешь тут всплыть или нет? Не могу, не получается. Там же это же вроде как каверна такая, нет? Не получается у меня, не нажимается кнопка. Надо поменять кнопки. Попробуй просто сменить на какую-нибудь любую просто. О, я придумал. 2 и 1. Ну или так. Не погружается и не всплывает. О, заработало, подожди. Да, что тут юзится. Так, я понял. Это странно работает. Подожди, я верну на PageUp и PageDown. Я понял, как они работают. Как? Надо. Я не понимаю, почему так. Но надо зажать PageUp и нажимать PageDown, чтобы нажать PageDown. И нужно зажать PageDown и нажимать PageUp, чтобы нажать PageUp. Хм. Хитрый. Дурость какая-то. Да. В чем логика, казалось бы, да? Ха, череп такой еще. Ой-ой-ой. Это было. Ой, ну хотя бы она всплывает быстро, да? Угу. Если бы она поднималась так же, то это. Хоть с этим разобрались немножко. Ящик. А нельзя плавать по поверхности? Не, она, я когда отпускаю, она опускается. А можно на ящик за скала лезть? Нет, ну. Ну вот эта механика, она, конечно, как кривастая немножко. Угу. О! Ой. Муриен. Да, тоже хотел сказать. Слово. Рыба-убийца. И ведь это правда не реально. Никогда в реальной жизни, конечно, не встречал, но. Ну, похоже, думал, по-моему. Было бы страшно. Было бы странно, если бы ты их встречал в реальной жизни. Нет, я. Ну не такой, которая здесь была, а именно Мурена. А как? Что надо делать, чтобы их встретить вообще? Они даже у нас, по-моему, не живут. Мурены или живут. По-моему, нет. Россиянцы. Ну где-нибудь там у Баренцева, может быть. Вот у нас вообще вот в россиянских районах вообще ничего такого не живет, да, вот знаешь, как в Африке там. О, вот, там чего только нет. Или паук какой-нибудь заползти и укусить нас. Ой, страшно жить. Да. И вот живут ведь, живут вообще, ведь. Вообще ничего такого. Вот, помни хоть одно какое-нибудь животное. Ну, кроме клеща, да? Ну, клещ. Да? Ну, это такое очень тоже специфичное. Ой, что это? Что это? Огр. Нет, не огр. Велик. Нет. Гигант. Окей. Диалог. Блин, не получилось подиаложить с ним. А я надеялся. Видно было, что не получится. Окей, тогда не буду пытаться. Ну просто там же в мануале написано, что самое главное в нашей игре — это диалог. Лучше быть хорошим, что надо. Он же звуки такие издаёт, типа.
О, сапфир. Сапфир. Ох, это было просто. Это квестовый, да? Похоже. И по цвету. А это у нас карта. А? Нет места для карты. Срочно выкидываем говно. Полностью исписанный лист бумаги раскрыл вам секрет местонахождения катакомбы Йомтан, который вы тщательно записываете. Ой, давай сейчас сдадим вот этот квест. Да-да, сначала надо сдать. И попробуем посмотреть данжи с карт. Mm-hmm. Карты не будут больше или будут как склеп? Ну что, плывем назад? Не будешь дальше, да, смотреть? Не. Ну, думаю, особо смысла. Не, интересно, конечно. Но мне хочется сдать этот квест, который у нас в тот раз получился. Не всегда вот такой шанс, я... думаю, бывает. С самого начала бы мы нашли какой, знаешь, вот кинжал это за 2500. Тогда можно было бы еще повазить. А так, может, тут нет никаких сокровищ. Ну да. Так, надо подышать. А звук меняется, когда попадает? Ну, как-то сложно описать. Есть звук воды. И, ну, я вот сейчас могу вот так вот шевролиться и представить, будто бы вот то, что я сейчас слышу, это то, как ухи у нее под водой работают. Сейчас я всплыву, и я не слышу тех звуков, что были. Точнее, слышу. Ладно. Можно плавать на поверхности, но нужно постоянно держать кнопку. Пейджап теперь. Не, я не думаю, что звук меняется на самом деле. Я даже уверен, что это не вода на самом деле. Ну ладно, это мелочь. Угу. Технические хитрости. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё? Ну, раз уж начал. Я на неданжевые сейвы сохраняю в данже сейчас. А, ой, да ладно, уже же сделали. Сейчас пересохранишься, дойдём. Ну тут сегодня не запутано. За окном капает капель. О, ничего себе. Прям все тает. У нас вот уже почти все вытаило, что могло. Блин, ну как манит этот ход, а? Ну, все вытаило у вас? Ну почти, ну не все, но то, что вот то, что капало и мешало спать во всяком случае вытаило. А крыша, в смысле? Ну. Отлично. Итак, отправляемся назад в Ипсворк, господи, вообще на Ипсворк. Мне в исландских сагах легче имена и фамилии читать, чем название графу. Лощина Ипсворк. Ой. Наверное, потому что в исландских сагах там хоть какие-то реальные названия, а здесь это просто сумасшедший рандомайзер. Который сейчас? О, уже ночь, вообще-то. А мне тут нужна резиденция. Ой, в лужу сел. Может, это резиденция? И пшимырш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 м
переночевать. Владение. Вон, тут даже есть где переночевать, кстати. Это ты просто, когда на дом пытаешься нажать, да, подписывается. А, кстати, это мне дали 22 числа. Дали 16 дней или 15. 16. А сейчас который час? Ой, так мы укладываемся вообще с запасом. Ну,
Так вот это, скорее всего, корчма на горизонте. Кошка за тенью прыгает. О, как же не попрыгать-то? Классик развлечения кошачьего. Кошачий досуг, попрыгать за тенью, за солнечным зайчиком. Сколько у вас тут всяких? Давай посплю. До полного исцеления. 4 часа, ну это мало. Там еще ночь. Надо еще поспать 4 часа. Ну вот и все, и замечательно поспали. Как бы нам разобраться, сколько часов в сутках? Да, по-моему, я думаю, 24. Да, 24. Ну, было бы странно быть иначе. Почему странно? Ну, всегда 24 часа в сутках, даже во всех вселенных, в которых... Вот течение вот времени это... не соответствует. Вот это нашему. Вселенная. На меня все еще не обращают внимания, кстати. Ой, ну вот я считаю, такие модельки были излишними. Ну вот что-то захотелось им так. Выпендриться, похоже. А ты, вообще никто не хочет говорить. Вообще никто. Похоже. Подожди, это может быть проблемой. Да. Придется идти в корчму опять и там спрашивать. Как бы не пришлось откатываться вообще в начало сегодняшнего стрима. А уже не получится. Теперь сохранено все? Да. Ну вот в какой-то дом пустили. Вот, в домах можно. Где находится Виктор Экшфорд? Северо-запад. Спасибо, Денектор Компроф. Во, нормальный человек. Не то, что вот эти ходят. Ходят ходуны. Шатуны. Блудилы. Шатуновы. Юрки. Как Шевчук, только Шатунов. Ой. Вот так вот начинаешь... И не заканчиваешь. Кстати, ряд такой проводить. И никогда не знаешь, как, куда тебя это заведет. Угу. Послание в 2 часа. Ломбард нашелся. А я бы зашел в ломбард. Мне тут есть кое-что что продать. Может у него книжки будут, можно будет стыбзить или купить. А ты с книжками с. Ты хочешь на стрим делать? Да. Я хочу побольше прям книжек набрать, чтобы, ну, как обычно, часа на 3 получилось. Как зачитаться, да? Ну. А это что? Пергамент. Так а на кой ляд он мне нужен? Тоже продам. Можно сапфир продать, забавно. Ну и ладно, рубашку продам тоже. Все, да больше мне нечего. Че есть? О, книжки есть, кстати. Хорошо. Краткий обзор богов и культов Тамриэля. Ну это надо, И рассказ целителя, автор неизвестен. Но это тоже, это естественно берем и все. Биография королевы Борензии тоже здесь есть. Так, понятно. Хорошо. Так, сколько стоит? Дороговато.
замолчал, мне тут мало орехов грецких принесло. А я валю нафиг. Уже пощелканный. Конечно, тема прикольная, да, грецкие орехи? Очень сытно. Да, можно наесться вообще легко. Ну вот они во рту прям вяжут. Угу, очень неприятно еще, потом бывает. Еще бывает, если съесть так, ну даже не то чтобы много, а ну, достаточно. Если язык начинает. Да. У меня всегда почему-то после них так, сколько бы не съел. Ладно, там одну-то две штучки еще нормально, а потом уже все. Начинается что-то там. Такое. Видимо, какие-то эфирные масла есть. Наверное. Подожди. А где мои вещи? Ну что опять случилось? Ой, блин. А что случилось? Почему? Куда делись опять все мои вещи? Подожди, а это вазок? Это вазок. Так, сейчас. Сейчас не вазок. Я же не мог продать книги. Нет. Я бы заметил, это было бы дорого. А, во, все на месте. Нет. А где книги? Подожди. Ну да, у нас тут прошлое. Я в прошлой серии 4 книги скоммуниздили. И у нас вообще в воске же были какие-то вещи. И это, вот... это, кстати, не те книги, которые я сейчас стащил. Вот сейчас тут лежат не те книги, которые я стащил. И почему-то я не совсем понимаю, что происходит. Да, что произошло? И куда вообще делись? Он же не пустой был вазок. По-моему, у тебя там много чего лежало у вас. Ну, у меня там книги в основном лежали. Ну и то, что продать я хотел. То, что продать хотите, я продал. Ножки летают, сбивают за стойку. Окей. Не то. С книгами спирять, что у меня начинается. Вот. Вернусь опять туда и посмотрю, не продал ли я это. Действительно, книги. Вообще не должен был. Глупо бы получилось. Стащил, чтобы продать. Ну, вообще так обычно делается, я же. Стащил, чтобы читать. Вообще так. Ну-ка, господин. Может быть, ты у него стащил, а он у тебя. Странно, у него тут на этой полке у него вообще ничего. Это рассказ целителя. О, это то, что... Оно что, не стащилось, что ли? Я не понимаю. А, то есть там книжки, которые старые, да? Нет. Вот одна, которая... Которую я пытался стащить, другие новые все. Какая-то произошла мистика опять. Да. Ну-ка. Вот сейчас у меня они есть? Нет. Это не вазок. Так я их не в вазок брал, я их в карман себе брал. Видимо, не воруются книги. Так у тебя выбраны ингредиенты. Потом ты нажал вазок. Ну-ка еще раз выйди. Нет, не ингредиенты. Одежда и прочее. Здесь книги должны лежать. Похоже, книги не воруются. Просто не за книги воровать. Похоже на то. Ну-ка, а сейчас у меня что есть? Сейчас у меня есть куча вот этого мусора, который я сейчас продам. На всего 3 книги, действительно. Окей. Я-то думал, уже накопилось примерно такого стрима, а оказывается нифига. Окей, ладно. Понятно. Подожди. На секундочку водички наберу, а то эти орехи все связали.
Рубашку тоже. Рубашку еще хотел. Зачем она мне? Так, вазок. 3 книги. Хорошо. Вот сейчас я тебя... Смотри, дядька. Захожу такой. Тырю книгу. Так. Тырю книгу. Тырю книгу. Тырю книгу, тырю книгу. Вам... А, вам не повезло. То есть можно стырить, но не получилось. Понятно. Ладно. А могу ли я себе позволить? Немножечко книг хотя бы купить. Ну не все, ну так, чуть-чуть. Неужели они настолько дорогие? Ну смотри. А, так, эту полку... На этой полке вообще ничего нет. Забавно. Ну, а тут уже и нет, похоже, книжек, а вот есть какие-то. Ну, вон, дорогие, 315 стоят. Странно. Ведь в них никакого нет профита, да? Ну, то да. Не поднимается, или поднимается она? Нет. Они то не про навыки. Просто почитать Трустори стоит 300 плюсов. Ну, странно. Да ладно, куда тебе деньги? Ну да. 15 тысяч. Блин, я кражу нажал случайно. Это было не по роплею. Я хотел купить. Купил, как тот ром. Да, да, да. А сейчас тут нет ничего. Забавно. Так, это... Таких у меня нет, таких у меня нет, таких у меня нет. Беру. Покупка. Ой, да давай. Спасибо. Счастливо оставаться. О, еще книжки. Повесть о Киране. Молот, анекдоты. Подожди, анекдоты у меня есть. Да? Давай анекдоты возьмем. У меня есть, кажется, уже. Я бы анекдоты прям сейчас попробую. Интригует, интригует немножко. Так, 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 так. Не, анекдоты не купил. Надо брать. Так, беру все 4. Да, что уж. Так, сохранюсь. Итак, затравочку на стрим. Начнем читать анекдотик. Какой-нибудь. О, анекдоты. Бфуза Тфунзофнкафджуш. Да, да. Это уже Ростик. Анекдот, да, какой-то? Посмотрим, как мы чувствуем. Джокс! Анекдоты. Ну как твоя жена? Спросил Залитер. Лежит в постели с Врингитом, ответил Харальд. Этот аргадиатский ублюдок снова в городе. Нормально. Вы почили что-то. У меня перед глазами постоянно мелькают какие-то точки. Как насчет целителя? Нет, только пятна. Нормально. На огромного северянина по имени Юген напала воровская шайка. Он яростно сопротивлялся, но в конце концов был избит, чуть ли не до потери сознания. Обшарив его карманы, воры нашли при нем только 3 золотых. Ты хочешь сказать, что ты дрался с нами, как безумец, из-за 3 паршивых золотых? Издевательски спросил один из воров. Нет, ответил Юрий, я бился, чтобы... я боялся, что вы заберете те 400 золотых, что я тут спрятан у меня в ботинке. Ага, старый добрый еврейский юморок. Это все, подожди. Нет, там еще есть, но это остальное нас. Ты это затравочка. Да, да. Ну что я могу сказать? Анекдоты уровня ту-ду-ду-ду-ду. Фу! Ну неплохо. Вот, знаешь, бывает такая категория. Главное, чтобы вот у тебя было настроение. А вот такие анекдоты, они хорошо заходят. Они вот из того класса, что... Так толсто, что даже тонко. Ну,
Поэтому мне мод. Нормально, нормальное чтение. Так, я сейчас хожу по домам, чтобы спросить, где этот резидент находится. А, еще вот бывает вот, с подобными шутками толстыми, типа. Такой читаешь, читаешь, ну, предвкушаешь, развеется какая-то кульминация обычно в конце анекдота, да? И такой дочитываешь до конца и замолкаешь такой. Впадаешь даже немножко в ступор такой, пытаешься понять. И вот такое интересное ощущение внутри. И бывает иногда, что такое, как вдруг, и вдруг начинаешь смеяться. Да. Вот, как-то вот начинаешь проигрывать с самой ситуации, уже с самого себя. Угу, угу. Как будто бывает, со стороны. Да. А куда мы вообще идем? А я хожу, спрашиваю, где резиденция этого дядьки. Ага. Мне кажется, я как-то репутацию с кем-то подмочил своими разговорами грубыми. И теперь вообще в регионе с нами не хотят люди разговаривать? Наверное. Ну, странно, она бы тогда прописывалась ведь. Нет, это тут такое не показывается, это для роуплея, я думаю. Чтобы ты не знал, какая у тебя репутация в цифрах. Я даже не знаю. Вот. Даже если грубо разговаривали, как? Неужели от грубых разговоров? Потому что вроде бы ты ничего такого страшного не делал. Ну, не делал, но может тут как-то так вот считается, что если с кем-то неподобающе разговаривают, то все. Вообще, просто в игнор, в бан. ЧС. Вообще, да. Добро пожаловать в мой дом. Ох, Алебастер Юмфорд, рад встрече. Вот такие детки, которые на полу сидят рядом с табуретом, почему-то нормально со мной говорят. Ты найдешь резидент Юмфорд на западе, а тут мы с вами стоим. Кто мы-то? Кто стоим? В следующий раз обращайся ко мне как так же культурно. О, понятно. Да, ты не смешно сказал. Сидит рядом на полу рядом с тобой. Лучше у него табурет как стол использует. Ну. Так, ну я думаю, сейчас надо... Пойду сюда и все дома с запада начну обходить. Так он же нам отметил, разве нет? Не, он сказал, что на западе. Видимо, все-таки действительно с кем-то переборщил с таким уличным блатным жаргончиком. Вот, ты первый дом, в который Надеюсь, что хотя бы это будет только в этом регионе. Ну, хочется так думать. Ты не обращаешь на меня внимания, но ты суровый дядя. Вообще, тут прям... Сейчас как вшатает. Может в глаз дать. Зафинтилить. Ну. Блин, такие огромные грибы, вот я подумал. Можно же. Вот один гриб сорвал такой. И все, и можно. Неделю. И хватит на пару суток. Ну, если вот экономно, это, то и на неделю. Ну да. Если, конечно, съедобный. Да я думаю, нормально. Можно как-то приноровить организм к таким вещам. Или найти какую-нибудь, знаешь, даже мухоморы можем есть. Ну да, только... При определенной обработке. Угу, угу. Так, тут я был, тут ничего нет. Точнее, вот такой тут. Так, вот этот домишко. Ну и кого в домах встретим... Спрашивай. Может, у них еще спрашивают, может, они отметят на карте? Может быть. Хотя бы в домах разговаривают. Но не все. Ну да.
Нужно искать старика, который... Который будет сидеть с табуреткой рядом. Вот один нормальный человек на весь год. Без всяких там предрассудков и установок местного. Да, да. Местной власти. Не равняется на вот это быдло. Самодостаточный такой. Ну, когда столько прожил, уже как-то что равняйся, что не равняйся, как-то смазывается ценность всех этих ёрзаний социальных. Ну. А эти ходят, выхаживают, вытаскивают. В платьях своих. Смотрите, у меня платье. Я воплощаю тот образ женщины, который принято воплощать у нас в обществе. С учетом нашей культуры и наших ценностей. Смотрите, какая я жительница Вейс... Ну, пусть будет Вейсланд. Вейсланд. Даггерфолл рандомизирует, почему нам рандомизирует тоже. Вот, Ростер Мурстон. Подожди, это же другой. Ну. Это тоже дед, но другой. Ничем не могу помочь, а если с тобой учтиво? Как бы сказать помягче? Я надеялся, ты можешь показать мне дорогу. Нет. Ты тратишь мое время, Крейн. Ну, извините. Спасибо, что хоть поговорили. Смеющийся Чиж. Чижик-пыжик, где ты был? Смеялся. Я другую читалку вспомнил. Ой. Ладно. Не буду я озвучивать. Наверное. Думаю, наши ровесники, если смотрят, и так знают. Ну, думаю, у нас в основном только ровесники и смотрят. А то и люди. Там плюс-минус 5 лет, скажем. Мне кажется, такая аудитория. О, Шоколад может с ней поговорить. Не, не хочет. Ой, как-то столько дверей. Попал в капкан дверей. И на чердаке никого. Жалкий такой чердак, пустой чердак, и лампа висит. Я бы на чердаке таком пожил. Да, неплохо. К западу. Ну тут, поди пойми. Где тут запад? Ну надо найти. Надо найти и заканчивать. Сегодня не будем делать, да? Трехчасовой. Не, сегодня тоже. Сегодня уже не надо. С книжки в вазок уберу. Уже неплохо, уже можно будет. Я думаю, да, можно будет уже в следующий. Но потом вспомним, что буду тычить кого-то. Чё потом? А, или мы его найдем потом и все. Ну. Да, да. Может здесь. Надо доделать. Нет, такие не говорят со мной. Явно какие-то дворяне такие. Действительно забавно, смотри, с нами говорят только старики. Ну, притом даже не... старики определенного слоя. Социально. Даже стражник не хочет помочь. Ну помоги. Помоги мне. Ай, давай не забудем это сходить в соседний регион и проверить. Ну. О. Ну этот. Блин. Нацепил на себя тацик. Стоит как Киркоров, блин. Филиппка. Филиппок.
По-моему, Филиппок был еще в мультиках. Ну да, это какой-то персонаж такой. Да и не один. Так, ну я с тобой уже говорил. Ты не захочешь этого знать. На запад отсюда. Ну блин. Какой ты загадочный. Подожди. Блин, тут на запад все поселение. Ну, это с самой восточной точки такое. Вот на западе. Подожди, он хитрый оказался человек. Да, да, ты сейчас жив. Я в Москву и говоришь на запад. В любом случае, он прав. Может, на улице еще поискать людей простых таких, которые... Поэтому, может быть, он с нами и разговаривает. Может, они все сговорились, типа, давайте не будем с никто разговаривать, а вон в том восточном доме ты ему скажешь, где ты на западе? Вот это будет шутка. Газлайте от меня. Да, а мы будем ходить по улицам, пальцем его за спиной тыкать. Ага, дурак. Ходи туда-сюда. Вот, ты простой человек, судя. А нет, ты не простой человек. Да они тут все. В Чиже можно с кем-нибудь поговорить попробовать. Одним миром мазан. Не мирофом мазан. Ой, ну, немировская смазка-то это нормальная. Да, с такой не прогадаешь. Да. Даже дедок не хочет говорить. А вот он? Он хочет, но он мне квест хочет дать. Нет, давай не сейчас. У меня тут такой квест висит. Все дома обойти называется. Блин, такие комнаты у них уютные. Прям чулан просто. Ничего лишнего. Возможно, иногда ничего и нужного, но... уж как. Кому как. О, дед, слава богу, тут тоже дед живет. Слишком далеко. Присядь. В ногах правда нет. Приветствую тебя. Я пытаюсь добраться до Виктора Эшкрофт. Так. О, северо-запад. Далеко отсюда, на северо-запад. Если вы не помните, куда идти. Северо-запад. Ну. Да они угорают. Подожди, вот он тоже живет вот так вот. А что если мы вот пойдем и с другого края дома обшерстим? Сейчас. Мне кажется, нужно где-то в угловых примерно домах северо-запада. Где-то вот там. Так я в самых северо-западных был там. Никто со мной говорить не хочет. Когда никто не разговаривает, это становится прям проблемой обойти эти ступени. О, дед! Пирио Гернсмит. О, сейчас на север. Вот он поточнее. Так. Там запад, там северо-запад, тут север. Ну-ка, давай просто на карту посмотрим. Может быть, мы сможем видеть. Вот этот на север. Тут на северо-запад, вот в этот региончик сейчас. Потыкаться. Давай просто пойдем вот просто прямо на север. Куда идти-то? Да-да. О. Так это понятно, это. Сидит, руки сложит. С этой мы не говорим. Следующий домик. Так сначала вот этот маленький. Потом верну. О. Не. Видимо, жарко дома. Угу. На Кочегарево там. А сейчас парится. Даже мальчишка не беседует со мной. И вот этот паттерн мальчишки меня вообще пугает. Учат мальчишек, к чему попало. Ну-ка, а здесь кто? Здесь дед живет. Ага. Люблю, когда дед живет. Бернстримерхаус, отлично. Так, это на север, это тоже на север посылает. Кому в правильном?
Ну, я был в этих домах. А может быть, нет. Сейчас еще в них буду. Ну-ка. Входите. Вот этот... Многодверный дом какой-то, да? Какой-то, да. Да. Мало быть в домах. Подожди. А если получится так, что квестовые... Может такое быть? Как? Как так? О, дед. Ну, почему я должен помогать стране? С репутацией. Вот дед. А вот этот дед нам глаза открыл. Так вот. Мало же еще вот... дом найти. Вот нам кто-нибудь хотя бы отметил бы, потому что еще в каждом доме же нужно еще и всех этих обойти и пить. Да. И не факт, что он с нами заговорится. Тут очень много условностей у нас получилось. Да, ну я надеюсь, что нужный по квесту все-таки как-то стриггерится, независимо от моей репутации. Ну, давай все-таки обойдем запланированный маршрут. Ну вообще я слышал, я такой как-то краем уха слышал, что можно запороть себе репутацию так, что даже сюжетные квесты не пройти. Ну это с одной стороны интересно, это заставляет искать способы как-то ее повышать, как-то ее менять и заниматься другими вещами. О! О! О, Крэй, вы не представляете, как мне радостно, что вы нашли проклятый сапфир. Ой, ты не представляешь, как нам радостно, мы тебя нашли. Это будет тяжелее, чем находить сапфир. Не хочу даже думать, что было бы, если бы вы не нашли его. Вот. Достойного вознаграждения, которое я только могу вам предложить. Амулет. Примите это. Знак моей нижайшей благодарности. Как состояние. Нижайшей благодарности. Какой, смотри. На... Амулетище. Неизвестные силы. Опознавать надо. Но я сомневаюсь, что она нам проклятый как-то сучила бы. Хотя глазки-то у нее хитрые. Такая. Прищуром. И сразу не слышал ничего хорошего. Вот так вот. Помогай людям. Да, сейчас... Сейчас надо вернуться в корчму. Потому что... И сила она совсем выбилась. Корея наша пока бегала туда-сюда. Ну и там уже и закончим. Да, слава богу, хоть нашли. Не, давай проверим, сходим быстренько в соседний регион. Ну сейчас сначала поспать надо, в любом случае. Иначе она свалится где-нибудь. Прям интересно. Потому что если запоролась репутация вообще по всему миру, то это... То это интересно. Я равно не понимаю, как она могла запороться. От грубых разговоров, что... Да они сами через каждую вторую нам хамят. Ну вот, и я им отвечал тем же, видишь. Видимо, да. Не так тут это работает. Да, я тоже подумал, что механика вот так и работает. Они, ну, нужно распознать, в каком тоне они разговаривают. И в том же тоне и вопрос. А видимо, нет. Грубиян такой, ящерка. Дерзкая, нахалка. Ну вот что? Нахалка. Я бы не сказал, что они были вежливы. Да. Что? Так, это основной сейф теперь, единички, как обычно. И для проверочки куда-нибудь смотаемся в Айя Софию. Прям в пустыню. Интересно, тут будет пустыня? Вот, в приют карлика Морал. По-моему, неплохое место. Карлик Амарал. Вот ой, какая у меня фантазия разыгралась сразу. О. Карлик. О, смотри, верблюд. Ого. Да, все-таки это регионально как-то работает. Так, а куда тут можно зайти? Сюда можно зайти.
Ой, какой, смотри, как миленькая. Росточек сквозь камень растет. Поселение верблюда. Угу. О, тут музыка из арены. О! О! Общается. Да, понятно. Хорошо, хотя бы. Надо еще кого-нибудь, Шаболду найти какой-нибудь для проверки. Где-нибудь он стоит под ним. Полуголая, как обычно, бесстыжая. А нет. Можно вот так. Не, вот это нормально тоже. Ой, имена смотри, какие у них там сложные, по игре. О, ну. Мальчик. И мальчик разговаривает, отлично. Все, ладно, понятно. Все, можно выходить, прощаться со всеми, сказав «До свет, да, ни, я». Я. И останавливать за...